Музей Куни Тарас, построенный за 1 миллиард 200 миллионов тенге, находится в запустении. В здании, где хранится около 4000 экспонатов, течет крыша. Стены покрываются плесенью. Система канализации, электроснабжения вообще не работает. Почему музей, расположенный в самом центре города, не работает уже 7 лет? Подробнее в материале. То, что строительство этого здания было некачественным, видно невооруженным глазом. Музей, имеющий большое культурное значение, был возведен в канун 550-летия казахского ханства. Здесь хранятся различные находки, найденные при археологических раскопках. Открыл музей первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Президент открыл его. Мероприятие прошло хорошо, но через неделю погода разбушевалась, был сильный дождь. В результате крыша протекла и вода попала внутрь. В областном управлении строительства говорят, что они хорошо знакомы с состоянием поврежденного здания, однако никаких поручений о проведении восстановительных работ не поступало. Нам нужна такая концепция. Есть необходимость или нет, этот вопрос никто не поднимает особо. Экспертизу и технику мы можем подготовить, это не проблема. Для капитального ремонта музея нужны финансовые средства и немалые, ввиду его состояния, ведь на его строительство были выделены большие деньги. Ильдар Гизатуллин, Жамбыл Ньюс.